В Нижнем Новгороде может появиться военно-патриотический центр. Вопросы сотрудничества по реализации профильных молодежных проектов мэр города Владимир Панов обсудил во время встречи с российским комиком Михаилом Галустяном. КВНчик является президентом межрегиональной общественной организации «Федерация военно-тактических игр» и уверен, что это направление нужно развивать именно в нашем городе. Федерация объединяет людей, которые занимаются страйкболом, лазертагом и практической стрельбой из игрового оружия. В данном регионе, в округе, очень сильно и хорошо развито это направление, я его нахожу образцово-показательным. Целью моего визита было закрепить именно вот эти результаты и в дальнейшем наращивать этот темп, не потеряв его. Очень хотелось бы, чтобы в данном регионе был центр, действительно центр не только вот в Нижнем Новгороде, а центр притяжения, как магнит, который притягивал молодежь, которая занимается активным образом жизни. Все, что есть в городе, все двери открыты. Спасибо. Потому что военно-патриотическое направление, но важно по совокупности причин, начиная от того, что мы с вами как мальчишки, если помним, сколько мы стреляли из палок, из пистолетов, все, что только можно. Все оттуда идет. Да. В наше время это уже другое, это по сути неотъемлемая часть культуры уже нашей страны. И самое главное, чтобы это действительно было профессионально, безопасно. И самое главное с точки зрения, опять же, наших уже детей, чтобы это действительно имело направленность на патриотизм нашей страны.